Бернстайн, увертюра «Кандид». На сцене Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан. Дирижер Ирун Веринг, Нидерланды. Thank you.
Эдварда Бернстайна «Вестфальская история» — это не что иное, как трагическая история Ромео и Джульетты, перенесенная в Америку. Своим драматизмом этот мюзикл приближается к опере. Премьера состоялась 26 сентября 1957 года в Нью-Йорке. Мюзикл был показан 732 раза, прежде чем отправиться в мировое турне. Леонард Бернстайн. «Вестфальская история». Thank you.
Дорогие друзья, мы продолжаем наш концерт. Во втором отделении прозвучат сочинения Джорджа Гершвина. Симфоническая картина «Порги и Бесс», которая сейчас прозвучит вашему вниманию, с 1950-х годов начала завоевывать широкую известность в США, а затем и во всем мире. «Порги и Бесс» – одна из вершин творчества композитора. Гершвин приступил к этому труду, уже будучи прославленным автором многих популярных песен и комедий. Общее мнение критики было таковым. Вот, наконец, первая настоящая, вполне американская опера. С самого начала своего триумфального шествия по оперным сценам Америки, сперва в Бостоне, а затем на Бродвее, она неизменно остается в современном оперном репертуаре. Это опера, рассказанная страстным языком афроамериканской песни, повествует о трагедии Борги и его взаимной любви к подруге, красавице Бесс, которая все же вынуждена покинуть окрестности портового городка США. Но Борги не отчаивается и отправляется вслед за возлюбленной на ее поиски в далекий Нью-Йорк. Премьера «Порги и Бесс» состоялась 30 сентября 1935 года, а через два года Гершвин серьезно заболел. Композитор ушел из жизни в возрасте 39 лет. Все, что написал Гершвин, все было пронизано единой идеей – написать музыку, доступную каждому человеку. Джордж Гершвин. Симфоническая картина «Порги и Бесс». На сцене Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан. Дирижер Иерун Веринг, Нидерланды.
дом, на сцене Государственный академический симфонический оркестр Республики Казахстан. Дирижер Ерун Веринг, Нидерланды. Солист, народный артист России Даниил Крамер.